Привіт, друзі! Як завжди у цей час ми працюємо в прямому ефірі телеканалу «Миколаїв». І якщо у вас є бажання і час, приєднуйтесь до нас. Це розмова на тему. А тема нашої сьогоднішньої розмови – спілкування між чоловіком та жінкою. Саме про це ми поговоримо з практичним психологом Оленою Кітриш. Єлена, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Елена Прекрасная. Позвольте вас так называть. Мы очень рады видеть вас в нашей студии. И сегодня мы продолжаем цикл передач наших, в которых и поднимаем такую серьезную тему. Дорогие телезрители, мы вообще берем на себя смелость говорить о гендерных различиях между мужчиной и женщиной. Эта тема очень серьезная и необходим научный подход. Но наша сегодняшняя гостья, несмотря на ее красоту, она во всех тонкостях изучила эти хитросплетения. И сейчас мы с вами понемножку будем их разбирать. Угу. Да, Елена? Да. Будьте добры, вот первый вопрос, Леночка, продолжая нашу тему, которую мы поднимали в прошлой передаче, мы говорили о том, что мужчина и женщина думают по-разному. А вот сегодня у нас тема общения между мужчиной и женщиной. Попробуем, друзья мои, попробуем, мужчины, женщины, давайте возьмемся за руки и попробуем вместе найти общие точки соприкосновения. Елена, итак, будьте добры, есть ли какие-то цели общения между мужчиной и женщиной и точки соприкосновения? Можно ли найти? Цель всегда есть. И, как правило, она неосознанная, потому что общение – это витальная потребность каждого человека, это базовая потребность. Витальная в переводе – жизненная потребность. Без общения человек не может развиваться, потому что у нас есть первая сигнальная система и есть вторая сигнальная система. Ух ты. Две сигнализации, да? Да, две сигнальные системы. Первая – это наши инстинкты, это наши базовые потребности – сон, еда, секс. И вторая сигнальная система – это речь, это слово. Это то, что, чем отличаемся мы от животных, да? Благодаря второй сигнальной системе, благодаря речи. И, как правило, цели наши неосознанные, но потребность в этом очень огромная – быть услышанными, быть понятыми. Основная цель – быть понятыми, потому что не важно то, что мы говорим, важно то, как слышат другие. Вы думаете, нас, что не важно то, что мы говорим, Елена? Знаете, мы можем говорить одни вещи, а люди воспринимают это совершенно по-другому. Искаженная реальность, искаженная. Вот, допустим, если мы скажем слово «стул», вот, «стул», каждый подумает о своем стуле, да? У каждого будет разный стул. Если спросить у человека, какой у тебя стул, каждый скажет, табуреточка, скамеечка, стул мягкий, стул твердый, будут разные стулья. И вот так каждый человек воспринимает информацию в силу своего опыта, в силу своих установок, в силу своих вероисповеданий, вот, жизненного какого-то опыта, вот. И поэтому основная цель в общении – это быть понятыми, ясность в общении. К сожалению, по научной статистике это дается немногим. Ясно излагать свои мысли и быть понятым. Мы уже с вами выясняли, что мужчина и женщина – это разные люди, да. Мы абсолютно разные. А будьте добры, Елена, как вы полагаете, различия могут провоцировать конфликты между мужчиной и женщиной? Вот кошки и собаки, они всегда между собой во вражде. Да. Вот мужчина и женщина, мужчина – собака, женщина – кошка. Мужчина, ну не обижайтесь. Брак – это то место, где встречаются два человека, совершенно разных два человека, с разным каким-то багажом своего опыта детского. И каждый по-разному решает проблемы, как-то смотрит на жизнь, да, со своей точки зрения. Но через призму своего восприятия. Да, через, да? У каждого, вы знаете, у каждого свой канал восприятия. Вот я немножко отвлекусь, да, потом продолжим. У каждого свой канал восприятия. Есть люди-визуалы,
визуалы, которым главное посмотреть, да? Главное все увидеть, посмотреть, пощупать, посмотреть. Второе – это аудиалы, главное услышать, главное услышать. И кинестетики – это главное пощупать, да? Все потрогать, пощупать. Вот, уже мы, да, разные даже в этом. Есть еще дигиталы. Дигиталы – это, говорят, ходячие компьютеры, которым нужно информацию преподавать в каких-то схемах, вот. Четко давать команды, да, и схемы, и схемы, вот. Тогда они понимают, вот, уже насколько мы разные, да, даже в этом восприятии информации. И, естественно, люди, мужчина и женщина, они разные. Будут конфликты, но, как мы уже в предыдущих передачах говорили, конфликт – это неплохо. Через конфликт мы добиваемся какой-то близости, через конфликт понимания. Вот молодая семья, она не сможет без конфликтов. Естественно, конфликты были, будут. Вот как человечество думает, что там и муж, и жена, разберемся, как-то помиримся, да? Нет, вы знаете, сколько бы ни прожили, год, месяц, 10 лет, 50 лет, все равно в отношениях нужно работать. И так же самое... Всегда. Всегда. И налаживать общение, это как... Общение – это как глоток свежего воздуха. Если люди не общаются, они так и остаются под давлением тех неосуществимых ожиданий, да? Вот каждый что-то ожидает. Вот люди идут в брак и думают, что меня там ждет счастье и любовь. Но обычно фильмы даже заканчиваются свадьбой, букетом, поцелуем молодоженов, и все. Все, вот не все, телезрители, потому что только жизнь только начинается после свадьбы. Да, вот поженились, счастье, любовь, а не тут-то было. В жизнь врываются кошмар и ужас, и выходят реально. Тогда начинается жизнь. Да, тогда начинается жизнь. И говорят, самые крепкие семьи – это те, которые прошли через массу конфликтов, через массу непонимания. Но конфликт мы должны брать себе вот как награду, потому что мы должны делать позитивные выводы для себя в конфликте, именно в конфликте. Мы понимаем, что у каждого человека свое восприятие и взгляд на жизнь, свои эмоции, свои потребности. И это хорошо. Тогда мы больше начинаем понимать другого человека благодаря конфликту. Елена, а бывают семьи, сейчас мы говорим о конфликтах, понимаете, конфликты ведь тоже бывают разные, они бывают разрушающие. И человек, когда он набирается гнева, и этот гнев выплескивается, а в гневе можно наломать немало дров. Может быть, лучше все-таки соблюдать вооруженный нейтралитет? Вы знаете, нельзя. Избегать конфликтов – это большая ошибка. Нельзя избегать конфликтов. Проблемы были, есть и будут. Вы знаете, и мужчина, и женщина, они решают проблемы по-своему, да? И опять же, здесь коммуникация идет, коммуникация. Вот в прошлой передаче мы говорили о коробочках, да? У мужчины, да, мозг состоит из коробочек. И вот у него коробочка для работы, для семьи, а еще у него есть коробочка для проблем, да. И он ходит, он складывает все проблемы в коробочку, вот. И он их не решает, да? Просто нет, складывает. Он складывает все проблемы в коробочку, а потом ходит от пустой коробочки к коробочке с проблемами. Мужчины общаются беззвучно. Они больше общаются вот так вот в себе, все держат в себе. Женщина как решает проблему? Если у нее есть проблема, она это что? Знают все. Она рассказывает об этом всем. Ей легче общаться. Вот, допустим, если мы посадим женщин возле телевизора, да, там 3-4 женщины, что они начнут делать? Ну, будут обсуждать то, что и будут говорить, делиться своими впечатлениями. Они будут общаться, потому что женщина так устроена, что она должна налаживать отношения посредством непосредственного общения. Посредством языка. Да, да. А мужчина, если будет в этот момент возле них, он скажет: молчите, я должен посмотреть передачу. Для мужчины разговор есть эмоционально он затрачивает силы. Если для женщины это мостик, да, в налаживании отношений, то у мужчины ему сложно, ему эмоционально это сложно. Мужчина информирует.
Он сказал какую-то информацию, он проинформировал, а женщины просто общаются. Общаются скупо по-мужски сказал информацию, да, и ушел в свою коробочку. Да, да? Да. То есть то, что за женщинами водится такая слава, что они очень любят поговорить, это правда. Да. Сейчас вы это на примере и показали. Вот так, женщины, любим мы с вами поговорить, чем сейчас, собственно говоря, и занимаемся даже в эфире. И вы знаете, и женщины ищут глубокий смысл. То, что мужчина сказал, они пытаются найти глубокий смысл. Он на меня посмотрел как-то не так. Что такое, да? Да, они хотят найти, потому что помним, да, что у женщины работает и левое, и правое полушарие одновременно, а мужчины только левое. Он логик. И он не ищет глубину. Глубину ищет женщина. И женщине нужно научиться. Если мужчина дает информацию, то, что он подразумевает, то он и говорит. Женщина ничего может, не имея в виду. Ничего при этом, да? Не имея в виду. Да. Вот он это подразумевает, и он выдает эти мысли. Женщина может подразумевать совершенно иное, угу. Да, а говорить, знаете, какими-то другими шифрами. У мужчины и женщины есть шифровка. Определенное в общении, да, да. То есть, вот, например, если женщина говорит, боже мой, так болит голова, так болит голова. Милый, хочу на курорт, на Мальдивы или на Бали. Она может таким образом как бы привлекать к себе внимание. Ей не хватает любви и ласки. И вот у мужчины своя шифровка, у женщины своя шифровка, да. Вот, допустим, мужчина видит, да, что эта женщина... не такая. Он спрашивает, что с тобой случилось? Она, да ничего, бывает такое? Да, да, ничего. Конечно, она вот часто сказала одним словом, ничего. Угу. Ну, мужчина думает, ничего, ничего, ну, все в порядке, Богу, да, все ну, у нас Богу, хорошо, да. Да, ничего не думает. И здесь основная ошибка в коммуникации. Да. Под словом ничего. То есть ничего это шифровка, да? Конечно, это шифровка. Она думает все, что угодно. Вот, какой ты бесчувственный, ты меня не понимаешь, ты не уделяешь мне внимания. Вот, и таким образом под словом «ничего» есть что-то. И нужно обязательно задавать в этот период вопросы. Если женщина сказала «ничего», значит, она стоит требует... Это сигнал тревоги, это мужчинам, да? Нужно насторожиться, что-то не так. Где-то что-то она затаила, значит, обиду, злость. Вот. И часто, вы знаете, больше накручивают женщины себя, больше накручивают свои женщины себя. Они строят какие-то предположения. Они, предположения не есть тоже хорошо, потому что если уже у женщины много обид, много накопилось обид, эмоций, переживаний, негативного плана, то вот эти предположения, они только усугубляют коммуникацию между мужчиной и женщиной. Да, да, поэтому нужно следить за тем, какими оперирует терминами женщина, какими мужчина. Вот, дорогие телезрители, это господа мужчины, если ваша прекрасная подруга или жена на вопрос, как дела, отвечает «ничего», пожалуйста, ничего, насторожитесь, потому что за этим «ничего» просто что? Может скрываться цунами целое, потом вам это будет дороже, если вы пропустите мимо ушей это «ничего». Как известно, и мужчина, и женщина даже по-разному реагируют и на проблемы. Вот вы сейчас сказали, Елена, что у мужчин своя коробочка проблем, а как они реагируют? Вот по-разному это как? Как они реагируют? Вот смотрите, вот женщина, когда она в плохом настроении, да, когда она не знает, да, как вести себя, потому что, ну, мужчина закрылся, он ходит от коробочки к коробочке, он как ему бы... Ему там хорошо, комфортно. Она не понимает, да, что с ним происходит. Он угрюмый, ей кажется, что... Он, надо его развеселить, надо с ним в этот момент пообщаться, да, он, мужчина, ходит, решает проблему, с пустой коробочки, в коробочку с проблемами. И в этот момент мужчина думает, что женщина вторгается на его территорию, в его личностное пространство. Женщине также надо знать, что когда он озадачен, озабочен, он может думать, как мы говорили, ни о чем, но может
решать проблему. И в этот момент также мужчину лучше не трогать. Когда не складка трогать. Между бровей залегла, да. Мужчине лучше не трогать. Да, лучше не трогать. Вы знаете, многие думают, что мужчины поверхностные, но это неправда. Мужчины очень многослойные. Очень многослойная. И знаете, в фильме «Шрек», я думаю, все его видели, вот Шрек объяснял ослу, какой мужчина. Он говорит, мужчина похож на лук, на луковицу. Ух ты! Да. И чтобы докопаться до сути, что, о чем он думает, да, как он решает проблемы, нужно снять пару-тройку. Надо пролить немало слез. Да, да, да. Кожуры это и докопаться до глубины мужчины. Потому что женщина легко говорит, а мужчина, почему как бы жизнь у мужчины короче, да, потому что он много эмоций переживает в себе, много мыслей, много переживаний, много проблем, все в себе. Все эти негативные эмоции он больше загоняет внутрь и говорит беззвучно. А женщина, она выплеснула эмоции, она поговорила о проблемах, с подружкой позвонила, да, там с мамой, с папой, переключилась, и она проблему решила. Ну, даже если не решила, все равно как-то эмоционально легче, да? Да, ей уже легче, она разрядку получила, а мужчина в этот момент решает проблему молча. Поэтому нужно задавать вопросы. Женщине нужно задавать, нужно грамотно задавать вопросы мужчине, не навязчиво. Как вы сейчас сказали хорошо, Елена, грамотно задавать вопросы. Грамотно, именно докопаться до сути, и чтобы мужчина раскрылся, они не так просто, не так легко идут на разговор, как мы сказали, да, сообщили информацию, и все. Дальше они не разъясняют. Елена, вот если люди прожили уже достаточное количество лет, безусловно, у них возникает не только близость телесная, но и на подсознательном уровне духовная близость. Да. И тогда эти люди могут даже угадывать мысли друг друга. Могут. Вот скажите, пожалуйста, угадывание мыслей, это тоже помогает в отношениях между мужчиной и женщиной? Да, как я сказала, если нету обид, если нету каких-то негативных уже эмоций и переживаний в браке, тогда это помогает в отношениях, угадывание мыслей. Муж и жена, мужчина и женщина, которые долго уже прошли большой путь, и путь тяжелый, да, с конфликтами, они уже на интуитивном уровне выработали, они знают друг друга. Достаточно они, беглого взгляда, да, чтобы определить. Да, они могут. Вообще говорят, что женщина, она читает между строк. И женщина – это ходячий детектор лжи. Да потому, что вы? Да, да, Наточка. Детектор лжи. Леночка, что ж вы такое говорите в прямом эфире? Конечно. Да, мужчине это не дано, дано женщине. Мужчине только правду говорит. Женщина, она просто улавливает оттенки эмоций, оттенки тона, интонации. Знаете, есть такой язык жестов. Есть вербальная речь, а есть невербальная речь. Вот невербальная речь, она от 60 до 80% занимает. Это то, как мы двигаемся, как мы говорим, наш тембр голоса, наша интонация, наши жесты. Вот, это язык телодвижений. А это больше дано улавливать женщине. Буквально вот эти вот оттенки, микро-микро подача, она все улавливает. И поэтому, говорят, женщина улавливает подтекст, она улавливает между строк. Но иногда она улавливает то, да, что ей не надо улавливать. И то, что ей не надо в силу своего мышления, в силу своего опыта какого-то. И вы знаете, вот есть два подхода. Да, есть два подхода восприятия информации. Мужской и женский? Мужской а какой и женский? Правильный? Вот, знаете, подходы оба правильные. Вот первый подход, женский, да? Женщина в общении с мужчиной, она ищет сокровища. Вот, вот так образным языком, да, мы женщины, у нас правое полушарие развито, мы больше оперируем образами, и вот женщина копает глубоко, глубоко, и она ищет в разговоре сокровище. Мужчина дает просто информацию, а она ищет сокровище. Как мужчина подходит к разговору? Он как будто соскребает листья с газона. Да, это аккуратненько соскребает, складывает все в мешочек,
думают, все, все прошло, да, все хорошо, я там соскреб листочки, да, поверхность поговорил, да, да. А она же ищет эту глубину, она же ищет эти сокровища. И вы знаете, два подхода правильно, и мужской, и женский. Главное – это понимание. Главное – это понимание. Вы знаете, у каждой семьи должен был быть девиз «Услышь меня». Вот такой девиз «Услышь меня». Мы часто не слышим друг друга. Не слышим, Елена. И вы знаете, реалии сегодняшнего дня таковы, что даже люди, которые живут в семьях, они утрачивают эту способность слышать свою половину. Да. Почему? Потому что нагнетание разных моментов, ну, как говорят, не до жиру быть бы живу. И тогда уже не слышат, не видят, а просто задыхаясь идут в одной упряжке. Да. Но это ведь, ну, это ужасно. Они понимают, вы знаете, в жизни как... А выскочить из этого не могут. Да, в жизни как при езде на велосипеде. Вот тоже сравнивают с велосипедом. На велосипеде нужно уметь не только ехать, да, а еще тормозить, и останавливаться, и поворачивать. И это говорит о том, что мы должны вести велосипед. Не наши эмоции, не наши обиды, не наши страхи, не наши переживания, а именно сам человек. И жизнь нас еще не раз заведет не в тот поворот, да, но ничего страшного. Семейная жизнь, она не такая легкая, как люди идут и думают, ну все, сказала согласен, сказал согласен, она сказала да, на этом и закончилось общение, да. Помним, что общение – это глоток свежего воздуха, который жизненно необходим как мужчине и женщине. Вот, все, дело сделано. Нет, дело только начинается, и мужчина и женщина переключаются на какие-то другие вершины, да? Нет, нужно общаться. Не будут маленькие кролики помогать с уборкой, не будут маленькие белочки мыть посуду, не будут райские птички там будить нас по утрам. В жизни очень много тяжелых путей, тяжелых путей. Но не надо их бояться, все преодолимо, любой путь жизненный преодолим. Главное услышать друг друга, понимать друг друга, находить вот это понимание, находить через микрожесты, через интонацию, понимать, что мужчины немногословны, понимать, что мужчины больше думают в себе. Елена, вот. А ведь бывают мужчины, которые наоборот. Вот бывают семьи, и вы наверняка работали с такими, когда мужчина зело говорлив, а женщина, наоборот, молчалива. То есть в ней присутствуют мужские какие-то гормоны, а в мужчине женские. Анетта, вы знаете, сейчас вообще вот научные данные, есть фемининность, мускулинность, да, такие понятия, но это уже терминология идет научная. Мужчина, как правило, мускулинный, у него больше преобладают мужские гормоны, да, мускулинность, тестостерон. Женщина больше фемининная, женские гормоны. Но сейчас идет вот такой парадокс. Много женщин, да, которые мускулинны, такие мужественные, и коня на скаку остановят. Горящую избу. Да, да. А мужчины фемининные. Вот такая вот идет деформация, вот какая-то вот меняются местами и мужчины, и женщины. Может быть такое, да, что мужчина болтлив. Вы знаете, везде есть исключения. Так что эта теория также есть, и она имеет право на существование, потому что мы все разные. И мы берем на себя вот такую ответственность, говорить, что мы все разные, заявлять телезрителям, может, где-то они будут сопротивляться, что нет, мы относимся только к биологическому виду, да, человеку. Вот. А мужчина и женщина, они кардинально разные, колоритное различие, огромное различие. И вы знаете, первая мужчина и женщина, вот Адам и Ева, да, вот, они же встретились, у них не было проблем коммуникации, было все хорошо, вот. Но вмешался, что грех, грех, и они начали тянуть одеяло на себя. Адам говорит, это Ева меня заставила, да, съесть яблоко, а Ева говорит, это меня дьявол заставил. А змей, и вот, да, да, совратил. И вот началось перетягивание одеяла. И вот мужчины, оттуда именно пошли. Оттуда. А сначала у них все было идеально, они понимали. И что они начали прикрывать фиговыми листами?
вот наши отличия, именно наши отличия. Хотя согрешили они ртом, да, руки брали, да, участие, а прикрывали они именно наши различия, то, чем мы отличаемся друг от друга. Угу. Вот. То есть еще оттуда тянутся наши различия, да, но да. Коль уже, друзья мои, мы вместе живем с мужчинами, а женщины живут с мужчинами, мужчины с женщинами, нужно находить общие точки соприкосновения, потому что иначе и да. без женщин плохо, и без мужчин плохо. А вы знаете, Анаточка, я в следующей передаче хочу рассказать, что мужчина и женщина хотят разного. От жизни они хотят разного, совершенно у них разное. Вот, например, мужчины хотят уважения, но это я так уже, да, похвалы хотят. А что хотят женщины, но я расскажу уже в следующей передаче. А что хотят женщины, друзья мои, мы узнаем в нашей следующей передаче из уст нашей гости Елены Прекрасной, практического психолога. Елена, и у нас остается буквально полминутки, будьте добры. Ваш такой короткий совет нашим телезрителям на день сегодняшний. Вы знаете, Анеточка, какие бы трудности ни были, надо улыбаться и радоваться жизни. Я недавно познакомилась с удивительным человеком, Надежда Васильевна. Она просто бесподобная. Вы знаете, это человек-праздник. Сколько эмоций, сколько всего. И она достаточно в возрасте. Но это человек-праздник. С ней пообщаешься и набираешься энергии, набираешься позитива. И вот я желаю нашим телезрителям, чтобы они общались, и от этого общения люди получали заряд, получали позитивные эмоции, получали позитивную энергетику. Значит, мы должны говорить о радости, и таким образом мы будем излучать только позитив. Елена, спасибо вам большое. Друзья мои, сегодня мы с вами говорили на научной основе о различиях между мужчиной и женщиной. И главное, что? Главное, все, чтобы должно быть на позитиве. До новых встреч, дорогие мои. Це була розмова на тему. На все добре. Thank you.